была на Ксению Акимовну Бородину за ее клевету на 60-миллионную публику. Вот, я хочу, чтобы человек публично извинился, понес наказание, чтобы она перестала оскорблять и унижать других людей, других участников, коллег своих по работе. Вызывал, значит, меня следователь. Он уже, как я поняла по разговору о том, что он уже созвонился с директором Ксении, Лёва, да, его, по-моему, зовут, и, значит, вызывал с какой целью? Не для того, чтобы взять с меня конкретное объяснение, что как произошло, а для того, чтобы узнать, что мне интересно. Мне интересно действительно ее наказать или мне нужны деньги. Так я вот заявляю, я это сказала и следователю, сказала, и говорю вам сейчас, ребята, мне интересны извинения публичные на всю страну.